Главный храм Себека. Сихетеп внутри. Он готов к нашей встрече. Место хорошо охраняется. Фаюма. По слухам, странник-одиночка. Поговаривают и сам. Ну вот и все. Как часто вера граничит с вероломством. Нужно найти Подиасета. Вот ты где! Думаешь, Миджай справится? Да. Пускай он чужак, но Себек ведет его. Когда все закончится, жрецы Сихетепа будут искать прощения. Будь с ними суров, но справедлив. Помни, что никому из нас не чужды соблазны. Да, жрец. Дуа Себек. Сихетеп избрал смерть. Он сделал выбор. Сегодня я потерял брата. Если бы я не медлил, все могло быть иначе. Вера должна быть деятельна. Таков мой урок. Мы восстановим все, что разрушено. Но как быть с солдатами? Они тоже приложили руку? Как и всегда. Но будь сильным. Сегодня они тоже получили урок. Себек может дать отпор. Спасибо тебе, Миджай. Пусть Себек хранит тебя. Nick Ennis, Sejeriet. Gnum es nie Jedianch. Bededuk a nit khayet.
Оран вули ми ти миханасте ина эксе. Гелар, ничтожество! Тебе пришел конец! Не дури! Я же тебя отделаю! Ты стар и слаб! Я тебя не боюсь! Заканчивай, а то все кости переломаю. О, надо же. Ой. Эй, ты! Оставь его! А ты кто? Герой, что ли? Ладно, а ну иди сюда. Я! Тебе конец! Эй! Эй! Ты! Староват ты, чтобы на улице драться, нет? Ты тоже пришел меня оскорблять? Молодость, она в сердце. Боги не стареют. Но спасибо, что помог. Хорошо иметь друга в бою. У тебя необычный стиль боя. Мне нравится. Я пропускаю удары, чтобы казаться безобидным. Шрамы и синяки украшают. А зачем дерешься? Потому что так надо, сынок. Я был чемпионом, когда ты титьку сосал. Я должен драться. В чем дело? Неприятности? У меня? Нет. Я привык драться на улицах. Не все могут посмотреть на братьев Галов на арене. А вот я дерусь прямо здесь. Тоже хлеб, когда побеждаешь. Но если бы не я... Я бы опять проиграл. Возраст никого не щадит. Боги, как я хочу на арену! Я был лучшим из всех, любимцем великого Помпея. Хлеб можно добыть везде, но славу только на арене. Ничто не может сравниться с ревом кровожадной толпы. Арена учит узнавать хороших бойцов, таких как ты. Я вижу, из тебя выйдет толк. Подерешься вместо меня? Я проиграл пару боев. Мне бы отдохнуть. Одно условие, старик. Когда закончим, сменишь работу. Молодость, она в сердце. Вот здесь. Ну вот и он. Осторожней с ним. Не опускай руки, когда бьешь боковой справа. Скажи, как будешь готов. Никак наша развалина пришла за новой порцией тумаков. Как неуважительно!
Смотри, боги тебя накажут! А молодость, она в сердце! Сегодня ты будешь сильно удивлен! Ты смотри, дедуля нашел друга! Ну давай, красавчик, посмотрим, что ты можешь! Нужно уходить! Ну все, хватит с меня! Ты старый жулик! Довольно! И кто теперь трус, сосунок? Иди сюда и дерись! Неплохое начало. Ты победил! На арене ты не пропадешь. Как твое имя, сынок? Байк из Сивы. Не лучшее имя для воина. Нужно придумать что-то более звучное, скажем, сиванский сердцеед. Но обсудим это позже. Делу время. Что? Послушай, старик. Встретимся вечером. Приходи на закате. Буду ждать на маяке. Какой прекрасный вид. Хорошо здесь. Но где этот старик? Опаздывает. Байк, я здесь. Что ты там делаешь? Ты сказал на маяке. Скорее спускайся. Нас ждет славная битва. Зачем мне нужно было подниматься наверх? Я хочу тебе кое-что сказать. Теперь шутки в сторону. Ученики слушают, не перебивая. Эй, старик, ты мне не учитель. Я люблю этот маяк. Здесь я стал мужчиной. Хотел тебе показать. Да и прогулки полезны для здоровья. Смотри, какая красота. Стоило того, правда? Определенно. Было приятно отвлечься и напомнить себе, как красив мир. Верно. Все сложнее, чем может показаться. Не забывай, Байк. Эй, что ты делаешь? Я бросаю тебе вызов! Еренху! Тухенет! Ради безопасности всех жителей Крокодилополиса... Греки и египтяне отныне должны селиться вдали друг от друга. Боги, серьезно? И те, и не хочется проигрывать старику, правда? Культура для всех! Передохни, дед. Прояви хоть каплю уважения! Раньше я мог часами бегать на арене. Помпей называл меня верблюдом Гермеса. Я был неутомим. О, Амон, ты мне не... Стой, тебя называли верблюдом? Гелар Максимус. Верблюд Гермеса. Гелар, тебе ведь есть чем гордиться, кроме умения драться. Этого мало? Однажды я одолел целый отряд. А ты смог бы? Не горю желанием. Нас ждет еще одна битва. Сюда! Боги, боги, это же Геракл! Да, это бордель. Запомни на будущее. Не позволяй сбить себя с толку. Ну вот, мы на месте. Ты тот самый смельчак? Уже предвкушаю. Давай, все ждут.
Байк, соберись! Сейчас будет непросто. Скажи, когда будешь готов. О, глядите-ка, да это же Гилар! Хочет вернуть свою славу! Так значит, все это правда. Вижу, теперь ты нашел себе ручного льва. Хотя не важно. Я вздую его ради денег, а тебя ради удовольствия. Показать тебе, как дерутся в Риме! Чтоб ты сдох, старый плут! Если ты зовешь друзей! Неужели намечается заварушка? А что, я в деле! О, божество! Мы закончим быстро! Это было красивое зрелище. Не хочешь ли поработать у нас? Стращать взглядом, избавляться от проблем? Мы в долгу не останемся. К сожалению, я уже занят. Как насчет истинного чемпиона арены? Это Гилар, любимец Помпея. Ты староват, но выглядишь достойно. Хватит ли тебе сил? Мне-то? Хозяйка, я же Гилар. Юность, она в душе. Поверь, ты не пожалеешь. Если, конечно, меня оправдают. Пойдем. Нужно обсудить условия наедине. Гилар, ну как новая работа? А, это сам Силанский красавчик! Напоминает мне арену, честно говоря. Постоянные крики, стоны. Скучать мне некогда. Вот старый пес. Юность, она в душе. Oh!
Дедук, а не хает. Хай будет сешен гере. А ну покажись. Живо. Ну, мы с ней уджерианх. Тревога! Вторжение! Кто стрелял? А? С удовольствием выпущу им кишки. Что ты? Стража держит ухо востро. Щебек. А ну, не смей с ним играть. Здесь живет людоед. Хочешь, чтобы тебя покромсали? А ну, пошли. Брат, прости меня. Я слышал ваш разговор. Ты что-то говорил про людоеда. Людоед уже не первый месяц забирает отсюда народ. Люди пропадают? Вы сообщали филакитам? Да от филакитов нет толку. Вон на той неделе пропали аж 3 рыбака. А через пару дней их останки всплыли в реке. И хоть бы что. Мы-то знаем. За этим стоит тот буйный сумасброд. Мы за ним следим. Вещи не то, чем кажутся. Поговорю, пожалуй, с этим людоедом. Кажется, им овладел сам Себек. Нет, он слишком безумен для людоеда. Только и делает, что молится. Он поедает жертв Себека. В этих краях никто не исчезает. Просто река приносит трупы к его дому. Пойдем-ка отсюда. Жаль его сына. Себек пожирает все. Друг, позволь спросить, ты знаешь что-нибудь о пропавших людях? Нет, я не твой друг. Убирайся прочь. Себек пожирает все. Его клыки остры. Себек пожирает всех, когда сам захочет. Нет, от него ничего не добьешься. В этих корзинах мясо для корма рыб. Боги, а вдруг это люди? Плоть. С
сгнившая и промокшая. Трудно понять, чья. Течением принесло. Здесь как на... Чего только сюда не заносит течением. Здесь как на скотобойне. Не могу понять, чья это плоть. За всю свою бытность Меджаем я не видел ничего подобного. Ее выносит сюда потоком реки. Здравствуй. Как тебя зовут? Это моя кукла Себека. Вот, он носит детенышей в зубах. Ее папа сделал. Славная игрушка. Ты можешь позвать моих друзей поиграть со мной? На самом деле Себек не съел никого в речке. Это всего лишь игра. Нек, снова трупы. Откуда они все берутся? Кровь в воде. Похоже, источник в той пещере. Что же здесь? Что это за место? Пахнет смертью. Кажется, отсюда берутся все трупы. Кто здесь? Прошу, помоги! Всякая роскошь. А это похоже на места на арене. Вино, закуски... Гостей здесь неплохо баловали. Всякая роскошь. Амон, столько трупов, все обглоданные. Фу, это вонь. Амон, столько трупов, все обглоданные. Фу, это вонь. Хвала богам! Скорее, бежим, пока он не вернулся! Кто? Что здесь происходит? Бальзамировщик бросает жертв крокодилам, а зрители смотрят, как их разрывают на части! Спокойно.
Ты жив? Где он сейчас? Жив? Это случайность! Он похитил меня на рынке, где я торговал рыбой. Я должен бежать. Я и подумать не мог, что кто-то на такое способен. Нужно пробраться на рынок. Этот бальзамировщик свое отыграл. Стой! И это, по-твоему, весело? Аан, ва-ат! Ευδαιμονείς, όταν. Οι, της Μέιζονος Αφροσίνης. Ω, βαχέχμενο. Νούνε σχέδε. Άνθρωποι να πολλές. Γνωστный тип. Его злодейством конец. Боги рассудят тех, кто потакал ему. Теи макаризуси. Иди. Прочь! Прочь! Кемер Вен Несу! Феген!
Шем эне нису. Анете. Уйди. Давай же! Дорогу! И ты! С дороги! Стой! Ханачеру! Надо... На куски порву. Эй. Стоим стеной. С дороги! Прочь с дороги! Что это за игры? С тобой. Thank you.
Thank you.
Откуда? Тревога! Сюда! Эмми! Пат, и я! Эй, спите! Убью! Нужно быть осторожным. Вегес? Ху, ху, та аме у... Europe, we're innocent! No! Но! Ханечеру! Надо действовать аккуратно. Наготове. И я. Эй! Зараза! Что? Ха!
Хохерти, а? Thank you.